Итак, я в своей клинике, где мне будут делать губки. Сижу на таком красивом, просто на таком красивеньком креслице, вот такое же. Вот она моя Катюшка, которая мне все время делает. Кэти, да. Вот она. Обожаю ее. Надо заполнить информацию обо мне. И пойдем. Вот когда я пишу возраст, 57 год, возраст 21. Всегда пишу 21. Тут уже делают операции. Раньше не было. Тут делают операции. Вот они какие. Какой дождь. Мне пришлось наложить голос, потому что там постоянно играет музыка, и с тем, чтобы YouTube не заблокировал, мне пришлось наложить голос. Я сейчас спрашиваю, ты используешь лидокаин? Она говорит, да, лидокаин и что-то там еще. Еще какие-то... В общем, это состоит мазь из 4 компонентов каких-то. И вот она мне помазала губы. Через минуту они у меня стали неметь. Так реально понемели. Онемели, понемели. Как хотите это называйте. В общем, я всегда от всех этих процедур получаю массу удовольствия. Ага, Джуридерм. Вол Белла. Окей, я могу чувствовать. И все, я уже в нирване. И она будет ко мне прикасаться, и я все, я уже улетела. Наложила голос, потому что та музыка громко играет. Опять же повторяюсь, супер. Я полностью расслаблена. Хочу спать, уж не могу. Это моя фотография. Не буду показывать. Спящая красавица. Губы уже все. Я их не чувствую абсолютно. И она мне дала вот такую вот все с льдом штучку. Не знаю для чего, хотя я уже вот это место не чувствую. Барыня уже лягли и готовы к получению удовольствия. Вот так вот. И даже тут при уколах я получала массу удовольствия. Вот от прикосновений, от всего. И да, губы были заморожены, поэтому больно не было. Но чувствовались, укольчики чувствовались. Несколько раз же было такое, что как бы током немножко било. Но я по-любому получала массу удовольствия. Потом выбросила камеру, закрыла глаза и просто кайфовала, пока длилась вся эта процедура. Вот это здесь сейчас, это только-только начало. Вот один кусочек, один уголочек губ обкалывается. Все. Написано, юность не имеет возраста. Вот так вот. Итак, немножко цены повысились. Раньше я платила 500, сейчас это стоило 600, не могу губами, 625. Это нормально, потому что цены всегда повышаются. И девочка, которая меня рассчитывала, она говорит, ты являешься моим барантом где-то? Я говорю, я не помню, я не знаю, может быть. Она говорит, дело в том, что я могу тебе скидку сделать хорошую. Она говорит, позвони туда-туда. Я говорю, знаешь, я не буду звонить. Нет, это звонить, это хуже нет. Она говорит, хочешь, я за тебя позвоню? Я говорю, конечно, хочу. И она тут же позвонила, это заняло мне минут, наверное, 7 или 8. Она позвонила, мне пришло на телефон какое-то сообщение, она взяла мой телефон, что-то там сделала, и она мне скидку сделала $90. Ну, короче, она мне откуда-то пришла эта скидка, не знаю, откуда она, то ли с этого Джувидерма, то ли что. В итоге я заплатила $545 за вот такую красоту.
Губы у меня были обколоты лидокаином, чем-то там еще. И вот Катечка мне вот сюда ввела несколько штучек, чтобы не было морщинок. Сюда или сюда? Обычно у меня тут, по-моему, были. Ну, неважно. Я говорю, я тебя никогда ни на кого не променяю. Я говорю, мне предлагали там и дешевле, и все. Я говорю, я только с тобой, потому что так, как она делает, конечно, она делает. Я всегда, я ни разу не была, чтобы я была не удовлетворена ее работой. Посмотрим. Она говорит, губы будут такие припухшие еще там какое-то время. Ты сейчас домой собираешься? Я говорю, ну да. Она говорит, ни с кем не целоваться. Я говорю, ну понятно, понятное дело. Тут это у меня кровка кусочек выступила. Тут она говорит, где-то кусочек этот, синячок может быть. Мне кажется, что губы неровные или они неровные. Короче говоря, ждем, пока опухоль сойдет. И там у них, оказывается, раньше это была просто клиника по всякие такие массажные, там губки подделали, а сейчас тут уже происходят, они расширились. У них теперь появился у них появилась хирургия, да, хирургия, да, они делают и блефаропластику, они делают, вот тут я узнала, сколько вот это подтянуть, вот эту всю ерунду, назначила appointment с доктором, который делает, как они называются, вот эти вот все подтяжки, на следующей неделе приеду, спрошу у него, что-то тут мне не нравится, надо к доктору сходить. Много-много всякого разного. Наращивают волосы. Я говорю, мне надо знать по наращиванию волос. Но вроде как уже не надо. Вроде как уже волосы растут. Вроде как не надо. Потом они делают липосакшн. Вот эту штуку, когда я говорила, что мне не нравится, что вот это вот оно отвисает. Вот это вот они делают липосакцию, и рука поднимается. Хотя в том офисе мне доктор сказал, что они могут взять мою от крови, отделить вот эту вот желтенькую жидкость, как она называется, и сюда вот ее воткнуть, и ничего этого не будет. Короче, я все хотела сама этим заняться, никак не занялась, придется платить деньги. Улыбаться не могу, потому что все как бы заморожено еще сильно. Так что все, поехали. Еду уже почти 4, думаю, надо куда-то заехать, что-то перекусить. Посмотрела буфеты, не хочу, это не хочу, это не хочу. Думаю, да, ладно, поеду. И проезжаю, и вижу Publix. Думаю, вот что я хочу. Я хочу булочку свежую и большую бутылку сливок. Hello. Пошли. А надо сначала помыть ручки. Restroom, да. Пойдем помоем ручки. Потом хлебушка. Какие красивые орхидеи. Это ж надо столько цветов. В одном цветке столько цвета. И вот это как артерии такие фиолетовые. Ладно, пошли. Вот малепусенькие, совсем белюсенькие. Такие красивенькие. Такие нежные. Ладно, пошли. Вот тут... Купи одну, вторую получи бесплатно. Всегда, каждый день во всех пабликсах. Вот чай. Например. Наши красные гвоздики. И красные, и розовые. Какие ты хочешь. Да. Да. Пошли. А это у нас что такое? Гламини. Не знаю, что это такое гламини. Тюльпанчики тоже всех цветов. Пошли. Обожаю Publix. Мой самый любимый магазин. Самый родной. С Publix началась моя Америка. Вот тоже купи одну, вторую получи бесплатно. Все. Это 3 на 5. Вот вино. Купи одну, получи вторую бесплатно за $19. Buy one, get one free. Кофе French Vanilla. Масло 8,99. Купи одну, вторую бесплатно. Но я таким маслом никогда не пользуюсь, оливковым. Я его не люблю категорически. Вот это тоже. Итак, я взяла себе булочки. Взяла большую, почти 2 литра сливок. Там можно было меньше взять. Взяла макарошки. Купи одну, вторую, возьми бесплатно. И все, поехали далее. А теперь мне надо добежать до машины. Так, где она? Вон она. Ну что, побежали? Подождем? А что делать? Ух, как хорошо.
несмотря на то, что у нас жаркий климат и тепло, и все равно по дождичкам я иду, так прохладненько, прям реально. И хочется прям спрятаться скорее в машинку. А-а-а, включить теплую печку. Ой, как хорошо. Боже, как хорошо. Как кайфово, как кайфово. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Скорей-скорей-скорей-скорей. Мокрая лягушка. Моя машина, надеюсь. Протерла салфеткой уже камеру, потому что, ну, в смысле телефон. Свежевыпеченные, хрустящие булки. Пипец, как вкусно. И дождь шумит. Я прям сейчас пойду назад лягу и полежу под этим дождем. Ой, какая булочка. Я сейчас две таких съем. Булка вообще, блин. Бог мой, как бы пошло. Боже, как вкусно. Надо бы стаканчик найти.